Всем привет из Киева, столица Украины. С вами Виктор Фурсов. Сегодня я на своей кухне 13 апреля 2015 года. После Пасхи, пробуя домашнюю сладкую Пасху с яблочком, с бананчиком. Попиваю чаёк. Сегодня день после Пасхи, еще выходной. Прекрасное время. Если вам интересно, какие цены в Киеве на продукты в магазине, это видео для вас. Если вам интересно, какие зарплаты в Украине, какие пенсии, это видео для вас. Сегодня сразу после Пасхи забежал в магазин на 5 минут. Да-да, на 5 минут купить на 100 гривен продуктов. Помните эту песню замечательную? 5 минут, как? Что-то в этом слове, что такое 5 минут? Так что такое 100 гривен? Сейчас в Украине 15 апреля, 13 апреля 2015 года. Вот все, что здесь купили на 100 гривен. Правда, конечно, 100 гривен всего лишь это 4 доллара. Где-то там далеко за бугром. А вот что стоит 100 гривен здесь и сейчас? Так, расскажем, какие цены и кто на это может пожить и прожить. Итак, капусточка белокочанная. Вот капусточка кило 800. По цене 8,99 зависело на 16 гривен 41 копейку. Всего лишь одна капусточка. Так, а вот немножко подорожало и лучок по 6,99. Вот это лучок. Он зависел больше килограмма на 8,09. Так, морковка. Вот морковка. Не кладу ее на стол, бы она грязненькая. Вот морковка. Подорожала морковка. Весна по 10,49. Зависел кило 200, морковка зависела на 10,49 кило 200. Так, бумажка, ну бумажка для одного помещения, домика, который построил Джек, по 3,89 на 7,78. Ну что еще, вот пленочка домашняя, специально для продуктов, чтобы заворачивать бутербродики. Бутербродики заворачиваются в пленочку 7,79. Нет, она дороже. 13,69, пардон. А вот хлеб. Хлеб мы любим покупать белорусский. Вот такой белорусский хлеб. Черный. Вот такой душистый, вкусный. Хорошо сохраняется белорусский хлеб. Испечен на украинской фабрике. Где же он тут испечен? Замечательный. Киев, хлеб. Украина, Нижегородская. Нижегородская улица. 83. Молодцы, пекут хороший хлеб. Так вот, хлеб белорусский в Украине по 10,07. Молочко. Молочко мы любим. Молочко Простоквашино. Конечно, конечно. 2,5%. 10,98. Ну, еще вот для продукта. Вытирать посудку. Губки кухонные. По 13,79. Ну, и семечек. Семечек еще можно купить. Вот семечек еще можно купить на 5,59 семечки. Попусик или татусик. Вот семечки такие веселенькие. И вот, как говорится, вот вам и 99,28. Чтобы понять, что это за цены, что это за 99,28, как говорится, народ очень любит спрашивать, а что это у вас за зарплата такая, что это за зарплата? Вот как раз скажем, что средняя зарплата по Киеву 3000 гривен. Так что вот на 100 гривен можно купить вот столько продуктов ровно 30 раз. А без коммунальных услуг, естественно. А вот для пенсионера, конечно, ему, пенсионеру не так повезло. Вот он может купить себе молочка, вот цибульку, вот может купить морковку как раз в таких вот группах, вот таких, что сегодня на листу, он может купить всего лишь 10 раз в месяц. Так что пенсионеру, конечно, не так весело, как работающим, который все-таки может себе позволить такой приятный и вкусный стол за 30 раз в месяц. Ну ничего, это дело наживное, как говорится, для кого-то 100 грамм, 100, не грамм, а 100 гривен, это почти что 100 долларов, 100 гривен для пенсионера, это много. А вот для бизнесмена, наверное, 100 гривен это вообще так, вот, как на семечки купить, ничего не стоит. Так что все очень относительно. Может, для бизнесмена
И 100 гривен в день потратить, это все равно, что вот 1000 потратить, что 100 гривен в месяц потратить, то есть в день. Так что не унывайте. Если у вас есть 100 гривен в кармате, можете пойти в магазин, не голодаете. Как говорится, вот, купите и молочка, и лучка, и морковки, капусточки, хлеба. Хватит. Так что мы не голодаем, не переживайте. И домашнюю пасочку можно еще испечь. Потому что была Пасха. Так что думаю, у вас все хорошо, если вы интересно. И вы смотрите это видео. И что у вас было хорошо тоже, у моих зрителей. Так что не унывайте. Все будет хорошо, все нормально. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Хотите посмотреть на чек? Сделаем отдельный чек. Хотите услышать про коммунальные услуги? Сделаем отдельное видео про коммунальные услуги в Киеве. Сейчас на апрель 2015 года. Все покажем, все расскажем. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Это повышает наш трафик. Это больше увидите интересных видео. Ставьте большие лайки. Всего вам доброго. Привет из Киева, столицы Украины. Всем пока-пока. Удачи и всего хорошего. Здоровья, счастья и успехов. Пока. Всем привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Фурсов. Сегодня расскажем, что вот за 5 минут купили в магазине на 100 гривен в Киеве, столице Украины. Не переживайте, сумма небольшая, как раз примерная, что можно купить за 5 минут. Узнаете, какие у нас расценки. Итак, быстренько посмотрим. Так вот, капусточка по 8,99 за килограмм, было кило 800. Зависело на 16,41. Так, лучок репчатый по 6,99 за килограмм, зависел на 8 гривен 0,7. Морковка чуть-чуть подорожала, подросла на, вот, за 10,49 килограмм, кило 200, зависело на 12,90. Вот бумажка по 3,89 на 7,79. Вот пленочка пищевая, чтобы заворачивать бутербродики, на 13,69. Вот хлеб киевский, белорусский, марка такая, по 10,07. Молоко простоквашино, 2,5% по цене 10,98 за литр. Вот кухонные губочки вытирать посудку за 13,79 всего лишь. 5 штучек. Итак, и еще семечки, конечно, подсолнечниковые называются, тата или папусик. И вот 99,28 за 13 апреля 2015 года, чтобы вы удостоверились, что можно купить быстро за 5 минут за 100 гривен в магазине в Киеве. Вот сейчас 13 апреля 2015 года. Если вам интересно, сравнивайте, пишите комментарии, удивляйтесь, смейтесь, плачьте, задавайте вопросы, мы вам ответим, пишите комментарии, удивляйтесь, а сколько у вас можно купить за 100 гривен, а за 4 доллара, которые сейчас 100 гривен. Так что, успехов вам, счастья и здоровья! Пока-пока! 13 апреля 2015 года. Киев, столица Украины. Пока!